Быстрее ставь лайк, и никогда не будешь болеть! Вот я не поставил и заболел. Всем здорова, дорогие друзья! С вами, как всегда, Овер и Кус, и сегодня мы будем сравнивать тачки в скраб-механике! Всем привет, ребята! В общем, друзья, посмотрите на наши сегодняшние машины, это просто невероятно! Мы будем сравнивать вот такой вот огромный, что это, КамАЗ, не КамАЗ, да, я не знаю, в общем, огромную такую машину с вот такой вот, ребят, маленькой просто, я даже не это знаю, как это назвать, просто не маленькая шлюпка на колесах, блин, я не знаю, детская коляска на колесах, ребят, очень это на все похоже, знаешь, есть китайские автомобили такие вот на Алиэкспрессе. Да, да, вот, да, это да. Чисто вот такая. Братан, давай начнем обзорчик наших машин. Предлагаю начать давай. С большой. Тут давай, есть что посмотреть. Давай. Погнали, залазь туда так, наверх. Куда вот только залазить? Вот, прям, тут есть лестница, братан. О, посмотри, тут даже давай, лестница. Да. Смотри, как она. Оп. Опа. И вот так вот. Но неплохо. Нам нужно именно вот так. Давай, давай. Посмотрим. Я забегаю. Ребят, так, тут прям... Еще и вторая лестница. Тут прям можно даже стоять, ходить, что-нибудь такое нет. Прикольное делать. Так, я нажал какую-то кнопку. Что происходит, Ник? Не знаю, вроде что-то должно быть. А, вон этот. Да, все. Я понял. Ладно, давай я сяду за водительское, посмотрим, что у нас происходит. На единичку у нас... Мне страшно тут. Открывается вот эта дверь. На двоечку включается свет. На тройку. Гудок жесткий. Еще все гудок. И на четверку движение назад. И, кстати, вот на пульте управления нет вот этой кнопки, которую я нажимал, чтобы опрокидывать кузов. И все, больше кнопок здесь, братан, нет. Давай посмотрим, что там на маленькой. Вот такая, блин, на маленькой, капец. Так, тут есть одна кнопка. Да. Оу! Ху-ху! Нифига себе! А вот это уже нормально. Она у нас еще, кстати, задом стоит. Залазь туда. Она задом стоит? Да. Нажимай кнопку. Нету кнопки? Так, а тут есть вторая кнопка. Чтоб закрыть. Первая. А, это кнопка, если ты перевернулся, что наверное. Это какой-то трансформер, да, у нас, братан? Что это за покемон? Офигеть. Это на муху похоже, смотри, реально. О, муха. Да, спереди, ребят, чисто муха. Ё-моё, чё за тачка у нас сегодня такая? Так, ты на какую хочешь поехать, брат? Я на маленькую. Все, окей, давай я тогда на большой. И, ребят, как вы смогли заметить, у нас большая машина. Обычно у нас как? На этой полосе одна машина, на этой другая. Но сейчас у нас просто одна тачка занимает все место на дороге, поэтому Кус рядом со мной поедет. Да. Так, давай, братан, я сейчас сяду, забегу. Давай. Блин, как же она большая. Кстати, всё, ребят, я готов. Поставьте лайкусик за возобновление этой рубрики, если хотите ее дальше видеть на наших каналах. Давненько ее не было, мы скучали немножечко. Давай, брат, давай чуть и поехали. Выровняюсь. Да пофиг, давай. Я не знаю, как тут выравниваться даже. Давай, ну, у тебя ровно. Есть гудок, ты давай гуди, давай. На третий гудок поедем. Давай. Бам! Ты посмотри, она еле едет, братан, она очень долго разгоняется. Эту машину твою протюнинговать, потому что у тебя колеса, можно поставить огромные колеса. Согласен, согласен. А тут просто как бы, ну, самодельные колеса какие-то. Знаешь, что я думаю, что вот на ней препятствие на большой я не смогу проходить из-за того, что она медленная и тяжелая. Мне просто будет очень сложно. Там, кстати, у нас лежащий полицейский, помнишь, ты добавил его? Я его, кстати, проехал и не заметил даже, я его просто не заметил. Хорош. Блин, ну ты побыстрее. Вот, да, ребят, наша... маленькая тачка, она чуть-чуть побыстрее. Так, слушай, даже брат, давай теперь больше. Поменяемся и попробуем до рампы уже на других тачках. Я, знаешь, что заметил? Тут только одно колесо поворачивается. А, на этой машинке, на маленькой не, одно? Не, хотя нет, два. Получается, влево правое колесо, а вправо левое колесо поворачивается. Понял, понял. То есть одно колесо в одну сторону, одно в другую. Все понятно. Да. Так, я сел. Ага. Блин, это такая здоровая машина. Ну-ка, я даже вот так вот. Нифига лучше себе. Сделаю. Нифига, конечно, ребят, это... прикольно. Так, ладно, погнали, братан. Погнали до трасс. Ну, блин, маленькая машинка, она побыстрее, слушай. Она реально чуть-чуть прям побыстрее, такая прикольная. О, моё, блин, такой здоровый этот грузовик. Вообще, прям жесть. Ну, прикинь, как они рядом, эти машинки выглядят забавно, а такая маленькая. А причём сам прикол-то, знаешь, в чем? Ну? Потому что эта машина не едет сама, она едет на ускорителях, которые внутри нее. Ну, так, она да. Реально, если ей еще отцепить эти ускорители, она вообще ехать перестанет. Ну да, такая система это там жесть. На ускорителях. Мне интересно, как мы сейчас препятствия будем проходить с тобой, братан. Блин, это сам самая интересная часть видео, прям реально. Я всегда жду, так. Когда мы будем проходить препятствия. Я, слушай, я уже на трассе, сейчас надо заехать так, на я нее. Я сейчас тоже приеду где-то. Так, рядом, я лучше колесики где-то. Вот так тогда сделаю. Хоп. Все, братан, слушай, я справился у с этим меня заданием. Тут устойчивость вообще максимально, не знаю, попробуй сразу заехать. Машина стала. Попробуй. С этим... Спокойно, да? Спокойно вообще заехала. Нормально. Ты лучше нет, вот эту... задний, ты нет. Лучше опусти, братан. Нет. Ты лучше опусти да, эту сейчас, штуку, сейчас опущу, чтобы только... она не глючила, ничего аккуратно. Такого. Так, все, я выровнялся.
Оп. Я тоже выровнялся более-менее. Ну, погнали, давай. Погнали, сразу. Всё. У нас тут широкая, поехали тогда. Ребята, все, едем, едем. Я на муравье, на таком жуке, и я... Некит едет на огромном просто монстре. Ну-ка, от первого лица что будет, ну-ка. Опа, братан. Ничего себе, эта машина такая здоровая от первого лица. Братан, слушай, а у меня не едет машина. А у меня тоже, смотри. А я хочу задом попробовать. А у меня... А, я тоже задом попробую, потому что у меня... Бампер вот этот. Ну, это не бампер, а лестница вот эта. Пробуем, ребят, сейчас попробуем. Вот прям 100% тут тюнинг поможет. О, Некит, я и задом не заехал. А ты попробуй увеличить колеса и попробуй... Не, я колеса не буду увеличивать. Единственное, что я сделаю, это мощно сейчас побольше сделаю. Да, смотри, вот сейчас я заеду, братан. Ребят, сейчас попробуем. Блин, она такая маленькая, на самом деле, изначально. О, нет, слушай. О, ничего себе. Слушай, слушай, слушай. Слишком, мне кажется, я быстро поставил. Но, можно попробовать. Я считаю, что можно. Ну-ка, я прям сюда. Я прям сюда. О, не, слушай, вообще изи. Прям легко, ребят, заезжать. Он прям очень медленно. Ты попробуй тоже, просто измени ускорители побыстрее, сделай. Так, стоп, сейчас. Только их там найти, я не знаю, придется блоки там немножко разломать. Нет, тут даже не ломать придется, тут просто надо будет вот эту вот штуку поднять. Ну давай, попробуй. Я вторую рампу. Они на максимум, они на максимум. А, нифига себе. Так, ребята, прохожу вторую. Знаешь, у меня есть идея на самом деле. Опа, пролетел и сальто. Офигеть, брат. Сейчас, короче, я, походу, проеду все препятствия на этой тачке, да. Ну, потом можем вместе на большой погонять. Сейчас, ребят, это просто офигенно. Она прям реально некий проходит, и сальтушки я даже делал. Погнали. Так. Сейчас я, короче, другие ускорители себе поставлю. Опа, еще сальтуха! Офигенно! Просто, брат, шикарно. Так, и так. Последнее, некий, последнее препятствие. И я его прошел. Но я иду к тебе, сейчас мы вместе с тобой, я поставлю себе кресло где-нибудь. И вместе с тобой попробуем прокатиться уже на большой тачке. Так, давай, я тебя подожду, потому что эти ускорители, они как бы непредсказуемые. Самое главное, чтобы мы некий в космос не улетели. Так, все, давай пробуем. Смотри, ну реально, она стала ехать побыстрее, но... Можно, да, братан, давай займемся модификацией, придется отломать. Вот так вот как-то, мне кажется. Все, ребят, качали этот наш экскаватор. Монстр, да, это просто монстр. О, ну смотри. А смотри-ка, а теперь-то он пытается. Давай, 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 он сможет. Давай, я верю. Брат, поддави газа. Не, слушай, скажи мне, у тебя все нормально? Да, у меня все ровно. Мы просто встали. Мы просто встали, брат. Ты просто не видишь, что. А что у тебя там происходит? У меня тут это, как бы. Все, ребят, сейчас сяд за руль, сейчас попробуем пройти. У нас тут вот подъемчик такой самодельный теперь. Оп. Хорошо. Все. Давай, ребят, сейчас я надеюсь, мы пройдем. Некий, ты готов? Поехали. Нет, а вот подумай, а что вообще будет, если мы поставим реально колеса просто сюда? Ну, я не знаю, это будет уже это не прям так честно, топ. Конечно, но не едет, а что это за штука вообще, кстати говоря? Стой, 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 стой. Нормально. Стой. Нет. Колеса двигает? Мощей ему не хватает. Не хватает мощности. Реально, вот теперь ему ничего, ребят, не мешает, кроме вот. Хотя там я реально крутые доставил. Ну так он очень тяжелый, братан. Он реально очень тяжелый. Тем более весь из железа сделан. Давай попробуем вообще в кузове сделать тогда. А может просто. А, ну давай попробуем. В общем, ребят, добавили мы вот здесь сзади два ускорителя, вот таких вот. Давайте теперь попробуем пройти. Кус, я надеюсь, что сейчас мы пройдем. Смотри, она опять застряла. Стой, она застревает. Что застряла? Стой, 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 стой. Она спереди немножко реально проседает, так, получается, сейчас колесами. Попробуем. И сейчас уже попробуем. Вот благодаря этому она застрет. Это странно. Так, на самом а деле. Ты видишь, какая тут система поворота? Да, ё-моё! Минуту назад или две увидел. Я только сейчас заметил. Ха-ха, ребят, я впервые такое вижу. Так, чтоб толкало колеса, вот это вот. Это как вообще, брат? А мы застряли, слушай. Это очень странно. А почему мы застреваем, братан? Я тоже не понимаю. Типа, нет, давай смотри, я сейчас пока ты... Нет, ты можешь пока пробовать, давай, давай, я пока буду отламывать потихонечку перец. Почему? Я не понимаю, мы же с тобой вот заезжали понимаю, уже. Почему? Во. Так. Ну-ка. Причем, знаешь, в чем прикол? Я сам-то заезжал практически до конца. Ну да, и ничего не мешало. Без вообще дополнительных ускорителей. Так, ну-ка, ладно. Поехал, ребят, разгоняюсь. Давай. Нет! Что? Она не едет! Стой, 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 подожди. У меня опять трансформеры. О, погоди, 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 погоди. Давай. Ё-моё. Ребят, ставьте лайк. Давай. Сейчас пройдем. Давай.
Ну! Вы видите, да, как он сейчас пройдет? Ну! Нет, Некит, я сдаюсь. В общем, я сдаюсь, братан. Давай тогда переставим на след... Давай на другую. Еще через... Через рампу, да, там сложнее. А, подожди! Ага. Ну-ка. Стой. Да блин, а почему она не едет? Я не знаю. Я не знаю, брат, ну! Давай, поехала. Нет, все, мне кажется, она не заедет, брат. Ну вот эту рампу она пройдет. Вот так. Эту спокойно она пройдет, я больше чем уверен. Здесь не такой большой уклон, не такое большое препятствие. Все, садись сбоку. Блин, как эта краска меня бесит. Да, бесит. Она подпрыгивает. За... Оп. Ой, что? Что она? А, у нас же эта рампа ломает, брат, постройку. Видишь, мы сломали рампу. Да, мы просто сломали ее. Понятно, ребят, короче. У нас какая-то сегодня вообще... Я не знаю, что происходит сегодня, да, ребят. У нас только одна рампа осталась. Чисто угарчик какой-то непонятный вообще, как так происходит. Ну, последнюю рампу точно, ребят, мы пройдем. Подожди, нет, наверное, я зря это сказал. Ну. О, да неужели? Да неужели? Прошли. В общем, ребят, на этом, в принципе, можно и закончить нашу сегодняшнюю серию. Мы надеемся, что вам видео понравилось. Не забывайте подписываться на все наши каналчики. Ссылочки будут в описании. С вами сегодня были Овер и Кус. Мы желаем вам всем всего-всего самого наилучшего. Напишите в комментариях. Давай пусть напишет муха. Напишите в комментариях слово муха. Да. Выиграла муха. Если досмотрели ролик до конца. И напишите также, какая из машин вам понравилась больше всего. А на этом мы точно с вами прощаемся. Всем удачи и пока-пока. Пока, ребята.